Всем привет, ребят. Ну что, начался у нас уже на английском сервере тоже испытание смотрителей началось. И думал вам пройти, но пройду его, скорее всего, вечером. Попробуем еще другие составы. Тут, как видите, еще состав совсем другой. То есть меняются составы, соответственно, героев, которые дают плюс 25%. Так, что тут у нас? Ну, тут еще мало кто даже бил. Ну, в общем, будем вечером трешивать, тестировать. Также буду проходить уже дальше древние, надо будет их добить. Самое основное не это, самое основное, что уже запустили наконец-то новую акцию, и, скорее всего, она будет еще на русском, то есть для бездонов дают возможность по чуть-чуть собирать недостающие осколки. Сейчас вам покажу. О, ничего себе. Видите, как все четенько. Эту акцию вы уже знаете. Сундучки надо за определенное время пооткрывать карту. То есть мы заходим, выбираем награду, которую вы хотите. Но в данном случае я, конечно же, выберу осколки. И за 9 дней у меня есть возможность собрать определенные плюшки. Ну, соответственно, как видите, здесь показывают, мне дали 10 тысяч значков почета, вот так вот. Каждый день надо будет заходить, не пропускать, в принципе, и как и награды неплохие, но это, опять же, это английский сервер, на русском, думаю, тоже скоро будет оно. Сейчас я вернусь в акцию. То есть такая вот акция, в принципе, довольно-таки неплохая. Видите, за 8 дней я получу вот эту вот награду, скин на башенке, который я выбрал. Все, видите, я сегодня все собрал. Вот что они пишут, каждый день надо открывать. Получите награду каждый день, 10 тысяч значков почета будут давать. В общем, вот так вот. Такая вот акция, ничего сложного, главное не пропустить. Сейчас зайдем на русский, тоже посмотрим, что там, что тут у нас еще есть интересного. Так, Рудольф, почему-то не продают у нас, кстати, питомца. Так, посмотрим, ну, осколки, я думаю, вряд ли нового героя еще продавать будут. Я вчера выбил еле-еле их один раз. Ну, в принципе, они падают. Так, это мы уже посмотрели. Land for Prizes здесь нет. Проспектор. Тут Асура. Накопительная ничего тоже нет интересного. Тут Рудольф. Вот так вот не ставят нового. Так. Тут таланты, руны. Тут тоже ничего нет. Алхимик. Тоже нет. Там у нас бинго. Ну давайте в бинго зайдем. Ради интереса посмотреть еще. Ну, то есть такое. Также крустальный, сейчас вам покажу. Неплохой крустальный. Отличный даже, я бы сказал так. Так, ну, четвертый сет ремки. Вот такой вот крустальный сегодня. Награды тоже здесь, как видите, нехилые такие. Вот, талантики новые, рунки, камешки. Ну, самое основное. Вот в самом низу 100 скинов на башенку, огник, 1000 камней, панчбокс, нового героя у нас на русском даже продают, у нас пока не продают. Также скины здесь есть на рынке, я их тоже позабираю, прокачаю магические башни на максималку уже. Так, ну вот тут скин продают, еще камешки. И тут такого интересного, 7-дневный. Найм героев. Ну вот за 10 баксов, посмотрите, 1500, 1200 камней. Русскому серверу
В этом плане, конечно, далековато. Ну, минималка за 5. Вот смотрите, 10 баксов, 8 ремка, 8 ладушка, фрея, махат, мап, ПБшка. Ну, чем рассказывать, вы и так все видите. А вот огник за 60 баксов можно собрать практически. То есть такое вот, это наш один большой пак на русском. Такие вот акции, ребят, поехали на русский сервер, сделаю вам краткий утренний обзорчик, что есть, что и как. Так, русский сервер. Сферы дракона открыли. Смотрим, что тут интересного будет у нас. Магазин обмена, командора. Блин, офигеть, сколько надо собрать на английском. Это все за один панчбокс 50. Ну, руны 9, но опять же за донат. Так, большая выгода. Смотрим. Что тут за большая выгода у нас на русском? Значки почета. Мастер. Ну, 100 феника продают. Командору за 3 пака. За 6 паков или за 7 трифида. Ну, не то немножко. А на рынке печаль. Так, идем на китайку еще посмотрим. В общем, вот так вот, не знаю. На английском уже дособираю скины на башне, потестируем. Не думаю, набьем намного больше. Интересно уже, когда начнут продавать нового героя. Так, что тут у нас? Тут акция на трату, как всегда, для бездоната 120 карт тратишь, и будет тебе счастье, и получаешь вот такие вот плюшечки. Так, это что у нас? Это у нас за донат. Ой, за бездонат, за 160к трата. И акции смотрим. Так, ну тут опять продают скины. Что еще интересного такого есть? Большие паки. Чисто с рунами. Ну такое себе, ничего такого интересного в общем нет. Только скины. Так, а тут по акциям что? А вот скидки дали. В скидках сегодня. Тут их не меняет ничего интересного. Так, мы пока тратить не будем. Смотрим дальше. Так, ну-ка, как там новый герой называется здесь? Короче, запомнили, да? Поехали посмотрим. Ну, я думаю, вряд ли его сейчас будут продавать здесь, как и на всех остальных серверах. Хотя, думаю, со временем они захотят за него по-любому бабло получить. И без этого никак. Так, тут нету. В любом случае, локация интересная, правда, для бездоната. Там по поводу общих наград даже ловить нечего. Так, смотрим. Нет, здесь тоже нет. Так, тут нету. Еще одна акция у нас. То же самое, Bingo Blast. Ну, посмотрите, здесь у всех на русском заметили разницу. Тут у всех просто единички стоят и падают они намного лучше. Так, а вот у нас открыли. Мешки с огником продают. Говорю, продают. Поставили. По 200.
Ну, такое себе падает, чем в наградах. Понятно. Давайте еще на английский забежим. В общем, такое вот, ребят, не знаю даже так, как сказать. О, еще не проснулся. Печалька такая на русском сервере. О, нифига себе. Вот вам сравнение, что здесь. И по 150, ребят, по 150. Просто жесть. Ну, английский сервер так и знал. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, ждите дальнейших видосиков. Всем удачи, всем пока.